Тем не менее, ведомство Иван Ефимович Ефимов возглавлял 5 лет. Кстати, судя по всему, его потомки дело знаменитого родственника не оставляют. Я, конечно, сегодня очень рада, что пригласили нас на этот праздник, на открытие мемориальной доски Ефимова Ивана Ефимовича. Он является моим родственником, моим дядей. Так как я работаю военно-учетным столом в Атлашевском сельском поселении, я думаю, продолжаю работу военного комиссариата. И желаю детям, внукам, чтобы продолжили нашу работу.